R&B. Глянцевый онлайн. Первый профессиональный портал о нашей культуре и стиле жизни. Сегодня в Looking Rooms происходит просто пати, я, наверное, скажу, месяца точно. Здесь очень много народу. Looking Rooms забит. Здесь очень много интересного народу. Сегодня день рождения у моей шикарной одноклассницы, бывшей одноклассницы Каролины Маевской. Очень прикольная девчонка, я поздравляю ее с днем рождения. Желаю счастья, здоровья, чтобы все ее мечты сбылись. Как известно нам, она двукратная чемпионка мира по балетным танцам. Не по балетным, по латиноамериканским танцам. Значит, я хочу, чтобы она была 10-кратной чемпионкой латиноамериканских танцев. Возможно, это возможно. Это возможно. Это возможно. Это возможно. Что я тебя жду? Жду, чтобы ты стала трехкратной чемпионкой мира, и любовь тебя много. Любовь! Которого мы будем все любить, не жалеть, не воспитывать. А мужа любить не будем? Мужа любить не будем. Всем привет, с вами Flatline, Валера, Меша, a.k.a. The Russian Dream. У нас сегодня очень отличный четверг, праздный день рождения, например, Каролина, а так очень много гостей. Сейчас на сцене как раз Дина MC с DJ Kid'ом, с нашим новым резидентом, который зажигает просто очень-очень-очень круто зажигает. И мы на самом деле смотрим вперед и думаем, что все будет только лучше, как бы сейчас пошел третий месяц. И все только лучше, так что приходите, кто еще не был. А сегодня просто огонь. Кто не пришел, тот многое потерял. Но если вы не пришли и вас не пригласили, значит вас не пригласили. Самое главное, что хочется еще добавить, что супер аудитория реагирует, хлопает, тусуется, танцует. Атмосфера отличная. Спасибо вам всем, кто уже успел нас посетить. Welcome тем, кто еще не успел. Flatline всегда вас рады видеть. Все ребята, артисты очень стараются для вас. Мы специально работаем над музыкой, над представлением каждого из вас, кто здесь сегодня у нас. Поэтому, ребята, друзья, гости к Flatline, срочно. Четверг, TNT by Flatline in the R&B. DJ Mac, Dino MC, Джиган, DJ Kid. Самые главные гости — это родители этой потрясающей девушки. А что вы подарки-то собираетесь увозить? Расскажите. На Rolls-Royce. Да, меня привез сегодня Rolls-Royce моего отца. И мы все увозим. Thank you.
Записывай онлайн. Первый профессиональный портал о нашей культуре и стиле жизни.